Костик звонит, ребята, сейчас подождите, я отвечу. Солнце мое, здрасте вам с Одессы. Ну, вы видели, уже есть новые новости от Костика. Представляете, уехал, и уже вот такой вот сюрприз. Мне и вам. В общем, такой уютный аэропорт, но я в нем никогда не была. Но очень красиво. Я и из нашего уже очень давно не летала, из Одесского, но у нас такой красоты не было никогда, я такого не помню. А здесь, ну, просто прелесть, да? Ой, как он там? Ну что, я вышла погулять с Щибочкой здесь недалеко от нашего дома в парк. Вот здесь вот есть, видите, такая дубовая роща. Она находится вот улица Макаренко, а с другой стороны уже 16-я фонтана. Там вот дома, но здесь не видно их из-за деревьев. Вот эти новострои, вышки огромные. Ну, немножко вышла воздухом подышать, развеяться. И чипку прогулять. Здесь, слушайте, сделали такой парк интересный. Здесь раньше просто были деревья, но они облагородили. Сделали там вот разные качельки для детей, фонтанчик установили. А здесь вот такой вольер огромный для собак. Туда можно сейчас с Щибочкой зайти, отпустить его, и он там погуляет без поводка. Слушайте, здесь даже дали название этому парку, но я не помню, как он называется. Для меня это как была дубовая роща, так и осталось. Чиба, иди сюда. Чиба. Ребятки, у нас есть еще новости. Представляете, моя племяшка родила мальчика. Вот посмотрите. В общем, конечно же, это радость. Самое главное, что мамочка здорова, малыш здоровый, все хорошо. Пусть растет большим, счастливым и радует нас всех. Слушайте, это получается моя племяша родила. Это кто я теперь получаюсь этому малышу? И там у нее еще есть девочка Николька. Кто это я? Я что, бабушка? Да ну, я к этому не готова. Бабушка. Ребята, точно я бабушка, да? Смотрите, какой здесь дом красивый. Чиба. Смотри, смотри на это чудо. Это мой телефон! Смотрите, какая здесь площадка хорошая сделали деткам. И небольшое поле. Тащит тебя. Привет. Ой, Света, привет. Что с ним такое? Посмотрите на эту непоседу. Чиба, фу. Блин, Костик звонит, ребята. Сейчас, подождите, я отвечу. Ой, Костик звонит. Алло. Сейчас, подожди, Костя. Я включу громкую связь. Костик. Да. У него, смотрите, заставка Чибочка наш, поняли? Костик, привет, солнце! Ты где? Привет. Стамбул. Стамбул. Ну что? Ну что? Константинополь. Константин в Константинополе? Мы в Стамбуле, в Константинополе. Класс, класс. Ну что, как перелет? Как тебе понравился аэропорт Кишинева? Нормально. Хороший, нормальный, легкий перелет. Но Кишинев, ты знаешь, я впечатлен. Аэропорт, да? Маленький. Алло, ну прервало что-то, слышишь? Ну так что, Кишинев? Кишинев прекрасный город, аэропорт маленький. Ну какой красивый. Очень ухоженный, уютный. Да ты что там, ну я там чуть видео тебе прислал. Да, вот это же вот вначале я выставила ребятам, чтобы они посмотрели. Да.
Все чистенько, ухоженное. Там вот я ночью даже вот мы приехали, и до 5 утра постоянно убирается все. Мне понравилось, ты знаешь. Не наш аэропорт в Одессе. Я вот давно уже не летала. Не ожидал. Да, но такой красоты, как в Кишиневском аэропорту, я не видела. Слышишь, ну а это самое, в Стамбуле какой аэропорт? Там целый город. Я там бывала раньше. Да ты что, там, я не знаю, там очень большой аэропорт. Прямо что? Город целый, да? Да, 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 да. Там идти к терминалу этого, его сзади не обойдешь. Это точно. Это точно. Слышишь, солнце, как ты себя чувствуешь? Как перелет? Нормально, легкий перелет, хорошо все. Ну, у нас в Одессе аэропорт с теми не сравнить, скажи. Да, конечно. Я, правда, давно не был уже в Одессе, но... Я тоже. Я еще когда летала, давным-давно. Ну, помнишь еще тогда, вот когда? Сколько лет? У меня уже паспорт, кстати, загранпаспорт закончился. Надо идти делать. Вот как раз этой осенью закончился. То есть 10 лет мы никуда не летали. Вернее, я не летала. Ты-то летал? Ну, я говорю, что в Кишиневом аэропортом я впечатлен. Потому что видел много аэропортов, но такой уютненький, маленький. Я не ожидал. Красивый. Короче, слышишь, мы сейчас красиво, с Чипкой вышли погулять. Вот Чипка тут у нас маленький. Зашли в этот парк, я его сейчас тут хочу отпустить в вольере, вон машина здоровая едет, чтобы он здесь побегал немножко. Ну что, скучаем, конечно же, Костик, мне же сейчас это, надо как-то встрепенуться, и все же на мне, и мама, и Чиба, и дом, все на мне, как я буду без тебя, а? Генератор. Генератор, да, велосипед, если захочу покататься. Ой, это вообще... Все на тебе. Я не знаю. Ну, конечно, я сейчас приду в себя. Приду в себя, конечно. Сейчас тяжеловато так. Но вышла хоть свежим воздухом подышать. И что, я сейчас, как всегда, у меня же традиция. Я сейчас буду опустошать холодильник. То, что там осталось от тебя. Колбасы, ребра разные копченые. Сало. Нет, сало не буду. Сало не буду не так много. Борщ остался пол кастрюли красного. Вот это вот у меня сейчас жорка началась. Это, знаешь, на нервной почве. Короче, я вот это вот все захомячу, а потом сяду на диету. Девчонки, кто со мной? Кто садится на диету со мной? Так еще в подвале тушенка. Не-не-не, то... И все. То я уже не считаю, нет, то тушенку я уже не считаю. Вот в холодильник опустошу, то что может испортиться. А потом все, диета. И девчонок за собой беру. Девчонки, давайте со мной на диету до Нового года, как раз немножко надо похудеть. У меня так всегда, каждый рейс Костя уходит, а потом я начинаю худеть. Потом приходит опять плациндочки, пирожки, опять начинаю хомячить. Да, солнце? Да, короче, перевод продуктов дома. Это точно. Слышишь, а помнишь? Отъедаемся. Помнишь, как мы вместе сели на диету? 3 дня посидели. Да, помню, да. Поехали на 7-й. Да. Сказать, да ну его, эту диету, набрали всего там. Да, идем, короче, по 7-му, а ноги ватные. Короче, слабость такая. И, короче, это самое, там же базарчик рядом с 7-м. Пошли, купили вина, курочку копченую, корейской морковки. Короче, я уже не помню, но набрали там всего. Пришли домой, выпили по винцу, нахомячились. Все, диета на этом закончилась. Класс. Ну и правильно же. Солнце, ну ты со мной каждую минуту, да, как только сможешь? Да. На связи. По возможности я буду на связи, да. Ну класс. Пока что здесь есть интернет, нормально все, там дальше посмотрим. Да, хорошо, ласточка. Все, давай. Ребятки, видите, вон Костик прислал видео мне, я его сейчас вставлю обязательно в ролик, и вы посмотрите, он там что-то за Стамбул рассказывает, что-то говорит, видите, стамбульский аэропорт, ну сейчас все посмотрите. Так что, солнце, мы на связи, Костик никуда не пропадает, все будет хорошо. Вон Чипка маленький. Чипка! О, чудо, малый, господи. Всем привет из Стамбула. Стамбула, Константинополь. Перелет был с Кишинева на Бухарест, Бухарест, Стамбул, потом Стамбул, Конакри. Короче, еду в лето. В Стамбуле идет дождь.
Он пустил Чипку немножко побегать без поводка. Здесь можно. И то надо за ним смотреть, потому что здесь дырки, а он маленький, он может туда пролезть запросто. Короче, за ним надо глаз да глаз. Он сейчас будет уже хотеть вылезти и пойти дальше. Чудо малое. Да, да, да. Где ты собрался? Где собрался? Нельзя туда. Чиба. Нельзя туда вылазить. Тебе что, тут места мало? Чиба, куда? Вы поняли, какой? Какой? Какой противный непослушный ребенок. Сейчас беру его на поводок опять. И он с разбегу уже и хочет в эту дырку пролезть. Куда ты собрался? Куда? Да, 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 конечно. Вон, видите, вместе с поводком он выскочил. Так что его даже здесь опасно отпускать. Ну, это можно теперь как его? Он сейчас может еще вырваться с этого самого. Куда? Куда? А ну иди сюда. Куда? Блин, ну вот что мне теперь делать? Он обратно не хочет заходить. Пришлось сделать так, привязать его и обойти с другой стороны. Поняли, какой шкодник? Ой, мы сильно за него волнуемся, потому что вот так может побежать себе. А потом сколько собачек теряется, да? И потом в фейсбуках пишут, помогите найти, помогите найти. Вот если оно вот такое непослушное, невоспитанное. Не воспитали в свое время, да? Вот теперь он делает, что он хочет. А это уже дубовая роща, вот здесь вот кусочек, которая вот уже 16-я фонтана. Видите, что здесь творится, какие застройки. Боже мой, как жалко, убили полностью 16-ю фонтана. Здесь раньше был и кинотеатр, и какие-то магазинчики, и качели, потом детские стояли, карусели. Но это же курортная прибрежная зона. Как можно было вот это вот заставить такими монстрами? Блин, ну набивают себе карманы. А как море это может выдержать, что вот столько веса, столько груза в прибрежной зоне? Представляете? И здесь же это все стоит на подземном озере. Я помню, когда-то давно еще, когда это только они хотели строить, люди местечковые ходили, собирали подписи. Боже мой, да кто ж послушает тех людей? Дайте мне покоя. Им лишь бы денег побольше. Вот так вот. Жалко, очень жалко. Я, знаете, что бы хотела? Ну да, конечно же, нам нужно все в жизни менять, и ничего не стоит на месте. Но кинотеатр был обалденный. До этого он был театром еще до революции. То есть это старинное здание было. Реконструкцию сделать и там открыть тоже вот какой-то либо, ну, я не знаю, да пусть что угодно, развлекательное что-то, да, тот же театр, тот же, чтобы люди отдыхающие приезжали и посещали. Сделать здесь какой-то курортное местечко действительно вот для развлекательные центры, для приезжих, для людей, для местечковых, да вообще, ой, ужас, так жалко. 16-й просто нету, все. Идем, малыш, идем. Сейчас прогуляемся по переулку Пионерскому. Посмотрим, что здесь. Ребята, вот эта лестница, если кто-то помнит. Здесь поставили этот особняк, но раньше была горка, мы здесь на санках катались, на портфелях. И вот проход, здесь был овощной магазин, такой сетчатый, кто помнит? Я помню, но очень смутно, помню, что там всегда пахло кислой капустой и солеными огурцами в бочках продавали. И проход был туда слева, кинотеатр, справа магазинчики, ну и 16-я фонтана. А теперь смотрите, здесь все закрыли, да? И в каком здесь все запущение. Жалко очень. Посмотрите на это все. Боже мой, сколько здесь моими ножками исхожено по вот этой вот лестничке. Короче, вон там собачка. Мне пришлось Чибу взять на руки, потому что мне не надо вот этих вот драк. А может быть, она этой девочке, может быть, ее заберу сейчас. Ой, смотрите, что здесь. Здесь же вот был вход в дом отдыха или санаторий. Я не знаю точно, что это было, тенистый. Дом отдыха или санаторий, подскажите, пожалуйста. Вот именно здесь была калитка красивая, все. Ой, такой он действительно был тенистый, потому что он весь в деревьях и весь в зелени. Очень симпатичный был. И там
фонтанчики такие стояли, где можно было подойти и воду попить. Я помню, мне так нравилось, я всегда туда заходила из-за этого. Ой, а это пионерлагерь «Знамя», тоже запущение. Здесь уже понятное дело, что все забрали. С другой стороны стоят коттеджи. Санатория уже нет этого тенистого. Тоже все под продажу пошло. А здесь они, пионерлагерь этот, просто добивают, чтобы потом тоже продать. И поставить коттеджи. Кстати, переулок пионерский, он уже совсем не пионерский. Его уже переименовали. Называется уже Ливерпульский. За таким забором, что теперь ничего там и не видно, что происходит. Всегда здесь раньше были танцы, было всегда слышно. До нашего дома музыку слушали. Коря Горенко играл. Ну вот видите, пионерлагерь «Знамя» был. Ребятки, ну что, прогулочку сделали. С Костиком пообщались, Костик на месте, он на связи. Он никуда от нас не денется, мы ему этого не позволим, не дадим. Правда же ведь? Ну все, всем хорошего дня. И ждем новых сообщений от Костика, а может быть даже и прямых эфиров. Ну там посмотрим уже, как оно будет, понимаете? Но во всяком случае он с нами, и это радует. Ничего, дождемся, да? Ребятки, всем пока. До завтра.